Хотите узнать стратегию, которой пользуются мужчины-манипуляторы? Что же такого им помогает так легко втираться вам в доверие, что вы очень быстро оказываетесь под их влиянием, и уже через какой-то момент вы даже незаметно для себя делаете все, чего они от вас хотят? Вы уже пошли у них на поводу и пытаетесь вернуться, а вам это сделать очень сложно. Как же быть? В чем таком вы вроде как умная, красивая, хорошо разбирающаяся в людях женщина, где вы ведетесь, где вы сходите с тропы, которая ведет к вашему счастью, и идете на поводу у того, кто хочет вами манипулировать и пользоваться? Давайте разберемся. С вами Алла Касаткина, проект «Ладно, и я». Ссылка на мой сайт находится вот здесь. Переходите по ней, и там есть подарок для вас. Секреты женского счастья, мой небольшой курс для вас, который вы можете приступить к изучению, которого вы можете, в принципе, сразу после подписки на рассылку нашего сайта. Если вы еще не подписаны на канал, самое время нажать на красную кнопочку, а если она у вас уже серенькая, жмите на колокольчик, и тогда все самое новое и самое свежее будет у вас в почте, и вы будете в курсе всех новых видео. Ну а мы продолжаем. Что же такого делает? Может, он знает какие-то секреты, этот манипулятор, и вы так ведетесь, он навеивает вам или гипнотизирует вас и может вами управлять. А может быть, он знает какие-то секретные психотехники. Мои дорогие, всего 3 простых шага, и вы в его руках. Давайте разбираться, что же за эти 3 шага, которые делают вас такой слабой, уязвимой, что вы вообще не можете никак ему противостоять. Первый. Самый простой, самый откровенный, манипулятивный шаг – это его история о себе, которую он вам рассказывает. Неважно, это происходит на сайте знакомств, в переписке, это происходит в мессенджере, где-то в других моментах, где вы с ним знакомитесь, это происходит при личной встрече, но он вам рассказывает такую душещипательную историю, после которой вы проникаетесь к нему симпатией. И вроде как он вам где-то, может быть, рассказал, как он куда-то вляпался, или как с ним поступили нехорошо, или как ему не повезло в жизни. И вот он такой умный, красивый, я не знаю, умудренный жизненным опытом, но вот опростоволосился. И вы поневоле становитесь на его сторону. Это как в кино. Знаете, есть симпатичные мерзавцы. Вот где-то из такой серии он вам рассказывает историю о себе. Говорит ли он правду? Фиг. Там правды вот столечко. Все остальное – антураж, чтобы вы в это поверили. Потому что если бы вы узнали всю правду, вы бы стали на сторону той правды, а не на его. Это была первая манипулятивная техника, с которой вы прям вот, знаете, настойчиво уже как на скользкую горку без санок сели и сейчас поедете. Потому что следующим будет второй прием, которым он пользуется. Тут же, как только почувствовал в ваших глазах тепло или сочувствующую улыбку, заметил на вашем лице. Следующая техника, которой он пользуется, это «мы с тобой дышим одним воздухом». Он меня понимает, как никто другой. Он знает, чем я дышу. Обычно это пара-тройка фраз, заученный наизусть, банальный психологический тест из газетки. Он вам может предложить ответить, какой цвет вы любите, или какие цветы вы предпочитаете. Знаете, в газетах есть полно таких или в интернете таких простеньких тестов. Они обычно предлагают вам 3-5 вариантов, и вы говорите что-то, какой-то из этих вариантов, и он описывает в очень общих чертах типаж вашей личности. Но поскольку он угадывает то, что вы про себя знаете, у вас внутри срабатывается механизм открытия следующей дверцы для него, и вы начинаете скользить снова дальше, глубже по скользкой дорожке, чтобы пойти за ним. Почему этот мужчина вас понял? Он может и балбес, он может и мудак, но он же вас понял. Он в людях хорошо разбирается, и все остальное наша женская фантазия начинает дорисовывать. Кустисто, очень мощно начинает дорисовывать. Вот он понимает, а вот он как мне может посочувствовать, и если я ему там то расскажу, если я ему это, а вот туда. И мы понеслись по волнам своей фантазии,
куда мы понеслись, а мы понеслись по той скользкой дорожке, где он нами будет управлять. И что он делает? Как в цирке. Дрессировщик, он щелкает кнутом и без вашего на то согласия говорит: «Ты моя женщина». Все, ты моя. Он не спросил у вас, вообще вы готовы к этому, хотите ли вы этого, не хотите. Он взял и объявил вас: «Моя женщина». Может еще потащить кому-то из своих друзей вас не представлять. Или там мимо Вася какой-то случайный проходил, шапочный знакомый. Знакомься, это моя женщина. Он может и имени еще вашего не знать, но «моя женщина» уже прозвучала. И что дальше? А вы снова поплыли, потекли, стали влажными и податливыми, потому что вас назвали «моя женщина». Вы не прикидываете в этот момент, вам этот Вася, как хрен с бугра, нужен или нет. Вам вообще что-нибудь светит толковое в жизни с этим человеком или нет? Вы ни о чем этом не думаете, потому что вам дали то, о чем вы давно мечтали. И все. Вами можно манипулировать. Вас можно вертеть, потому что ваша фантазия сейчас работает на его стороне, как вражеский агент. Она его информирует, как сделать так, чтобы вами было легче управлять. И пока вы придете в себя, пока вы отследите, что вами откровенно манипулируют, мужик получит уже все, чего хотел. А вам придется зализывать раны и восстанавливаться. Логичный вопрос, а что с этим делать? А вы знаете вот эти три шага. И как только вам душещипательную историю кто-то начинает рассказывать, думайте, что это только маленькая часть правды. Вам показали мизинчик, в лучшем случае, ну или полступни. А где весь остальной человек, а где вся остальная правда? Вы не знаете. Если вам говорят, что я сейчас тебя узнаю, да, но это только часть вашей личности. Пусть он по этому тесту что-то, какие-то моменты про вас узнал, но это не все про вас. Мало того, ваша фантазия сейчас повелась, потому что давно вы сами в себя не заглядывали, вам давно никто не говорил ничего хорошего о вас. А это говорит о том, что надо, может быть, сменить окружение, может быть, по-другому взглянуть на ситуацию, на себя в том числе. Ну и, наконец, он назвал вас «моя женщина». А вы на это соглашались? А вы под это подписывали? Подписывались? А вы готовы назвать его вот так смело? Своим детям, своим родителям, своим друзьям, своему окружению, своему, там, я не знаю, самому большому авторитету в жизни, взять его сейчас за шкирку, притащить и сказать: «Это мой мужчина». Вам не будет ничего там внутри царапать, смущения никакого не будет. У вас не будет никаких мыслей: «Да меня сейчас пошлют с таким мужиком». Или куда бы его спрятать, или его надо причесать, приодеть перед тем, как людям показывать. Вот если у вас все это появилось, вы защитили себя от манипуляции, потому что вами теперь невозможно управлять. Пользуйтесь, мои дорогие. И если вы хотите со мной поспорить, самое время сделать это в комментариях. Жду ваших возражений, а может быть и ваших историй. Может быть, сейчас вы вспомните те ситуации, которые у вас уже в жизни были, и напишите мне: «Алла, черт, не знала я этого раньше». Но теперь-то вы это знаете. Теперь-то вас на мякине не проведешь. Мои дорогие, я от всей души желаю вам счастья. Желаю вам быть любимыми, любить. Только любите хороших мужиков, а не тех, которые собираются вами манипулировать. Выбирайте лучших для себя. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующих видео. Напоминаю, кнопочка с подпиской, ссылка на сайт вот здесь. Присоединяйтесь к нам. Со мной очень интересно и, главное, полезно для вашего счастья. Пока-пока.